Так, всем привет! С вами Old Gamer. Как и обещал, быстро вернем. Так, мы что, все тут уже взяли, да? Ну ладно, пойдем тогда. Сразу. Мы тут собирались к Лонгину, но попутно, я думаю, мы зайдем еще. Вот тут какая-то хрень, надо ее, блин, сорвать. Так, о, слушай. Для начала гонка. Точно. Пока мы на этой базе, отсюда я точно не ездил, по-моему, никуда. Да? Так, ну-ка попробуем. Не помню, ездил, не ездил, хер его знает. Ну, проедем. А, ездил, ну ладно. Ладно, я понял. Я уже тут ездил, ну ладно. Куры тут, блин, хрянь, блядь, курица под ноги попала. Херачим. Просто гони, говорит, вперед, а я буду снимать под разным рай. О, блядь. Оба-на. Опа. А. О, блин, чуть не врезался, блин. Зараза. Ладно. Ну, если кто не видел, так сказать. Блять, чуть не впендюрился вперед! Нахер! Оба-на! Гоним, гоним, гоним! Первый раз я тут ездил, как вот здесь вот как-то вот на этом повороте. А там еще и носорог сзади, блин. Но он за нами не гонится, интересно. Ну, смотреть не будем. Это ж только в кино, мудаки-то. О, оборачивается на полном ходу. Оба-на! Вот мы молодцы. Все. Молодцы. Утренняя разминка закончена, дорогие товарищи. Продолжаем двигаться дальше по сюжету. Вот как раз тут и рассвело, все такое. Так. Вот. Тут какой-то плакатик, надо его сорвать нахер. Так, что у нас тут? Есть какая-то тачка, да? Да-да, вот так вот, да. Опа. Сука! Я порежу тебя на куски и раздам, дятел! Козел ты! Вот так вот, погнали. На пути к маршруту. Чё они тут ездят? Не успеешь, блин, выйти из дома. Тут уже бандюки, блин, нападают на тебя. Вообще охереть. Хе-хе-хе. Это чтоб не скучно было. Там кто-то рыль. Блин. Да-да-да, текай. Я-то, конечно, давлю чуваков своих, но это редко бывает. Ну, во всяком случае, не так часто. Готово, блин. Хе-хе-хе-хе-хе. Откуда ты взялся, мудак? Вот так вот. Слушай, мне надо этого, блин. Хренотень. Или купить, или это. Ну, зеленых листьев надо много нарвать. Как-то я тут пока по горам ходил. Все это дело растратил. Вон там зеленый листик, надо его сорвать. Где ты? Вот он. Вон у меня этих-то, блин, всего сейчас третий сделаю. О, офигеть. Аптечек нет. Еще на слонах я, правда, не ездил. Надо будет как-нибудь поездить.
Да. О. Как-нибудь мы что-нибудь поштурмуем. На слонах. На слонах прикольно. Так, фиолетовый лист нам не надо. Пойдем-ка мы к Лонгину. Вот он тут. Мы напрямки к нему ломанемся. О, там даже Хёрк где-то появился со своими обезьянами. Ну, всему свое время. О, блин, ты куда-то далеко, высоко забрался, чувак. Ладно, пробежимся здесь. Это там эти орут, блин. Я хоть сделаю из тебя сумочку. Лонгин, ты где, блядь? Святой ты наш. Я продаю все, что моя сестра делает в городе. И без всяких лавочек. О, давай-ка поторгуем, чувак. Вот так вот. Быстрая продажа, это понятно. Купить, настроить боеприпасы нам не надо, ничего тут. Нет, ничего, предметы вот надо. Бронежилет надо, все надо. Надеюсь, о! Орел! Берегись, коктейль! Помогите! О! Помогите! Да хорош орать. Если я пойду в долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Да-да. Псалмы 23 стих 4. Ха-ха-ха. Рад снова тебя видеть, Аджай. Готов послужить Господу? Да-да-да. Наверное. Я должен признаться, Аджай, я боюсь зла. Не того зла, что несут себе люди. С ним легко справиться. Нет, я боюсь того зла, что таится во мне. Ты помнишь о моих грехах? Что у тебя за радио играет? Отвратительной прошлой работе. Да. Это ты о бриллиантах? Да! И хоть кровь Агнца смывает все грехи, есть лишь одно спасение. Я должен покаяться и следовать заветам Господа нашего. Грехи не обошли Керат. Искорени. Точно, точно, точно. Для начала найди заблудшую овцу и следуй за ней в убежище. Принеси мне то, что найдешь там. Понятно. Ясно. И созовет он друзей, соседей, и скажет он: порадуйтесь вместе со мной, ибо я нашел потерянную овцу. Ага. Так, добраться до места назначения. Хера, 400 метров, блин. Нет у меня тут вертолета какого-нибудь, блин. У, блядь, хера. Ну ладно. Блядь! О, блин, мы едем. Офигеть. О, смотри, тут мостик. Мы через этот мостик можем проехать. Погнали! Давай, чувак, блядь! Под ноги только лезешь! Чутня! Да-да-да! Орел! Берегись!
Оба. Вот, сука, попали. Наконец-таки. Отлично. Контрабандист. Приближается контрабандист, вас не должны заметить. Вижу! Я тебя вижу! Сука! Вы, блядь, партизаны ебаные, блядь, как вы достали своим, блядь, влезли, хрены, блин, ебаные. Да-да-да. Сука, блядь. Блядь. Зараза, блин. Не уйдешь, врешь, блядь. Выезжай нахуй на дорогу, подлюка. Ушел, сука, блядь! Блядь! Ага. Тут враги. Да. Тут граната. Ложись. Ты должен сдаться. Ты чего, блин, чувак? Вообще охренел, что? Пробрался вор. Взять его. Вижу врага. Да. Ну да. Обыщите, ты должен сдаться, блин. Наглый, блин, вообще, я охреневаю от такой наглости. Сдаться. Я понимаю, когда их было здесь, блин, 10 человек. Это я еще понимаю, ты должен сдаться, все такое. О, красный цветочек надо сорвать. Нужны. Кстати, о птичках. О. Ладно. Мародерство. Это хорошо. Обыскать. Проберитесь в хранилище. Так.
надо. Да не говори. Он где-то здесь. Избавьтесь от него. От одного избавились. Так, ладно, обыщем этого. Давай сюда, блин, карманы выворачивай. Так. Тоже сюда. Давай. Что у тебя там? Аптечки так мне не надо. Слава богу. Это я вижу. Все-то я вижу. Ладно, все-то я вижу. Ну что, пошли, там нас ждут уже. Заждались, блин. Ты сдохнешь тут. Прочесать местность. Зашевелиться же. Да. Точно. Ждем. Ну, в принципе, можно и не ждать. Это, блин, долго. Как думаешь, сколько? Черт, тут нет ничего. Что за... Да. Да, точно. Будьте начеку. Найдите, кто это сделал. Ясно. Общее направление есть. Ищите! Давай, давай, давай. Вижу! Вижу врага! Да, вот как-то так. Больше никого нет? Где у нас там? А, бежать надо. Ну ладно, бежать так бежать. Давай. Так, там мы тут машину оставляли. Вот. Куда его доставить? А вон куда его доставить. Тогда погоди, тогда сначала сюда. В
Пошли, тут лодка. Буду, блин, ехать по всей этой Ивановской, блин. Подожди, надо забрать. Эй, ты, стой! Тебе не жить! Вот мудак. О! Вот так вот. Так, что у тебя тут есть? Курить есть? Нету? Ну что ж ты так? Синий цветочек давай сюда. Погнали! О! Красота! Какая прелесть! Только курорт делать. А они тут дерутся, блин. Денег больше будет. Просто им не нравится торговать, им нравится. Так. Ну вот и все. Быстрая охота, все выполнено нормально. О. Быстрая рука доступна. Ну-ка посмотрим, что это за быстрая рука. Навыки. А, вот это вот. Позволяет перезаряжать все оружие быстрее. Точно. Так, один сюда и четыре сюда. Ну, есть чем заняться в ближайшее время. Вот так вот. Так, ладно. Лонгину мы помогли. Так, куда теперь отправимся? Чем займемся? Дружище. Так, о. Может быть, бомбу обезвредим? Ну, давай обезвредим бомбу. Что у нас тут? Все равно же нам куда-то надо чего-то. Давай сначала маску Нибелунга сорвем, а потом обезвредим бомбу. Точно. Пошли. Где-то тут транспорт какой-то. О! Опа-да! Вы слушаете радио «Свободный Тират», и с вами Ралли Райрана. Друг мне сказал, что армия короля нападает на лагерь кочевников по всему Тирану. Погнали! Конечно. Представьте себя на их месте. Это на квадроцикле надо быть поаккуратнее. А то захерачат, блин. О, блин, о! Херачим, блин. Ты чё так, блин, ездишь? Ну, автопилот тоже там свои. Ой, опять ты про свою жопу. Вот бы твою дудочку, блин, прочистить, блин, шваброй какой-нибудь. Сука такая. Да. О! Да. Ха-ха-ха! Оба-да! Знал, что значит дробовик в руках? Так. Еще 200 метров. Погнали! Так. Где-то он, вон, блин, куда-то туда.
Еще один. Крышка! О, блин. Гонщики тут носятся. Ж не убил бы, блин. Так, сюда. Ну, блять, собак-то ходят тут стаями со всех сторон. Гандоны. Собак я люблю только своих. А чужих вообще никаких. Берегись, берегись! На помощь! Помогите! Охотник. Так. Вот она. Понятно. Да. Так, надо пособирать тут. Так, это записки сумасшедшего нам не нужны. Сейчас мы тут. Солдат. Теперь доступно. Солдат нам нахер не нужен. Где тут, блядь, этот ящик? А вот он. Да. Не ссы, чувак. Все нормально. Так, и вот еще один ящик. Бумажник почти полон. Нихера мы разбогатели. Офигеть. Надо какого-нибудь редкого зверя убить, блин. Наверное, так. Ладно, а теперь возьмем... О, вот это, обезвреживание бомбы. Понятно. Да не с этой. У вас тут собаки, орлы... Олени, бегите в стороны. О, вон уже собаки там, блин. Завыли, блин. Подлюка. Не едут вражеские элементы, не едут. Вот зато есть красное это. Чуваку надо вот отсюда забирать. Он сейчас там расскажет, что надо куда-то пробраться. И снять бомбы. Можно тебя на минуту? Орел, орел! Аджай, ты мне мало. Да. Скорее, сюда. Да все нормально. Аджай. Так, армия Гора отправила отряд под ремонт. А что это произошло? Обезвредьте бомбы. Что произошло? О каких припасах речь? С воздуха сбросили еду для жителей деревни. Но пол прознал и хочет перехватить груз. А, я хочу тебе что-то сказать. Ты поможешь? Конечно, ты конечно. Немало. Конечно. Спасибо, Аджай. Вот координаты. Попробую успеть раньше пола. Ну попробуем, блять. Раньше пола, блин. А, это что, блин, это? А, я понял.
Надо... Сейчас мы их тут разберемся. Ничего, сейчас потихонечку, полигонечку. И мы всех их накроем. Так. Во. Да. Готов. Всем разуть глаза. Всем держать ухо востро. Готов, хороший выстрел. Так, ну-ка, пока они тут поблизости все. Отлично. Ай-яй. Не-не-не, никакой пощады, блин. Никакой. Вот сука, что вы там, блин, ходите? Где-то не понять где. Мне там неудобно снимать. Вон там еще один вдалеке ходит. Вот того надо снять, пока он нас не запеленговал. Отлично. Зараза, блин. Ты твою ж мать. Ты, блядь. Никак не залезешь сюда, нихера. Еще. Найдите источник угрозы и уничтожьте. Где ты, блин? А, вон он. Ты тут, мы знаем. Выходи, друг. Все, я всех перебил, блин. Давай, тихонечко. Все это тут. Обезвреживаем бомбу. Так, теперь вторую.
Давай, давай. Во! Все-то мы набрали. Давай сюда. Ну где ты? Обезвреживаем. Есть, все готово. Ну и последнюю. Что ж с монастырем тут все пытается его взорвать. Пейганмин что ли с мракобесием борется? Атеист такой. Так. Покиньте данную область. Ну, покинуть так покинуть. Бегом! Раз, 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 раз. Ух! Красный цветочек. Ну вот! Ха-ха! Так, и что у нас там по времени? По времени еще можно повоевать. Ладно, ладно. К этому мы пока не пойдем. Так, ладно. Все это херня. Так, что у нас тут еще? Гонка сегодня уже была. Так. Короче, надо вот эту вышку осветить. Давно мы вышки не брали. Ищем транспорт. Ой, слушай, там вертолет должен быть на углу стоять. Ай, блядь! Многовато, ладно, блядь! Ладно, бывает, бывает. Я думал, его не достанет. Мне нужна машина. Че, блин, пешком, что ли, пойду? Вот твою ж мать. Ладно, побежим. Пока. А. Где-нибудь же. Сейчас. О. Сука. Стоять! Кошка поганая. Это не та. А нам вообще, в принципе, шкуры их ни нахрен не нужны. Нам же больше вообще не надо. Нам нужны только теперь будут эти. Всякие реликты. Ну ладно, поехали на этой машине. Хер с ним. Конечно, не тот транспорт. Но какой есть. Да, да, музон тут такой же. Ля-л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 я. Ой, вот если бы ты не пиздил бы, а просто музыка играла, вот, ну, вообще бы просто твоему радио не было бы цены. Или что-нибудь поинтереснее рассказывал.
Да. Теперь я хочу слона. А, слона хоть. Это точно. О! Смотри, собаки бегут. А там тоже собака. Зараза. Ну, как нам еще далеко-то ехать? Да. Эх, напевы индийские. В Индию, что ли, поехать? Блин, там можно какую-нибудь заразу подхватить. Неизлечимую. О, блин. О, офигеть. Так, погоди, если я тут сейчас, блин, ты, сука, ты зажал мою эту. Надеюсь, не заденет мою машину. Вот так вот. Правильно, чувак, сваливай. Тут, блин, творится хер знает что. Надо сохраниться. На всякий пожарный. Да. Вот, хорошо. Погнали дальше. Бумажник почти полон. Да я понимаю, что он почти полон. О! Ой, слава богу. О, смотри, даже, блин... Я бы вышки эти не отключал бы. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной колонии. О, тут прям как у нас дома. В России. На канале «Звезда». Точно. О, стой. Стой, подожди. Трудовой лагерь «Дети будущего» — это клево. Погодите. Надо сорвать плакат, смотри, какая красивая девушка. Вот, такие девушки нам всем нужны. Я еду хер знает на чем. Ну ладно. Вот так. Да. Объявление да. Внутренних дел. Класс. О, у меня. Блять, убили нахрен! Сука! Как, блядь, надо же было на пулеметчика налететь. Ну, это было, конечно, нагло, блин, ехать вообще нафиг, хер знает на чем. А, ну, если бы там пулеметчика не было, то, конечно, он меня не убил бы. Ну, что делать? Убили, значит, убили. Все равно вышку откроем нахер. В этой серии все равно вышку откроем. А! Хоть ты тресни. Бронежилетчика, только бронежилетчика. А пулеметчика мы тоже увалили. Ну давай, блин, загружайся. Сколько можно? О, блядь, где это я? Ебать, копать, куда меня отбросило? Сука. Ладно. Дубль 2. Падла. Ну ладно, сейчас еще патронов тогда возьму. А, бронежилет, наверное. А, солдат разбудит. Солдат мне нахер не нужен. Так, янтарных хватает, зеленых мало, синих. Ой, боеприпасы, блин. Не надо, уникальный солдат тут.
солдат, это ихняя, блин, американская винтовка, она нахер не нужна. Так, бронежилет берем свежий. Все. Пополним запасы. Вот так вот. А! Пять собаки, блин, где-то воют. Иди сюда. Укусила, блин, вот. Уёбище. О, погнали. Вперед. Вот хорошо этот молчит, блин. Надо иметь в виду, что там, блин. Одного завалил. Зараза. Да. Ой. На пути к маршруту. О, большой мост. О. О, заткнулся. Лучше марш и пощу. Где ты, сука? Сука! Надо аккуратней. Отдай патроны. Куплю на твои деньги. Погнали! Внутренних дел и социальной гармонии. Золотой путь. Блять! Хера, блин! И чего она, блин, выскочила? Откуда она вообще взялась? Вот дурные, а! Сука, мне тебя плохо видно. Да я там, блин, задавил какого-то нашего партизана. Дружище, извини. Если бы не ты, не знаю, что со мной было бы. Копался бы на руднике бесплатно. Ну, хотя, как и другие за деньги, там один хер. Там кормят, тут не кормят. Вот, полезли наверх. Офигеть. О. Вот, лезем мы, лезем. Понятно. Вон там можно подобраться.
Да, в трудовой лагере. А так вот. О. Вот. Да. Красный цветочек. Так, что-то тут рычит нахер. Кабаны, что ли? Охренеть, блин. Кабаны. Кабаны не рычат. О, блин. О, пошли наверх. Тигр сидел, блин, в засаде. Так. Ага. Озарит. Повыше залезем. Вот так вот. Видишь, как хорошо. Ага. Еще выше. Конечно. Шахты, кирпичные заводы. Точно. Так, где тут у нас подъемы-то наверх, блин? Что-то я ни хера не вижу. Вон там вижу. А, значит, вон там должно быть где-то. За углом. О, точно. Витрила воет в ушах. Отлично. Так. О! Здесь. Конечно. Вот так вот. Ой, чуть, блядь, не упал нахер. Аж обосрался. Так. Ну ладно. Давай этого сейчас. Флейта жопова этого, значит, это поставим. О! Ашрам Ахоре. Понятно, здесь солдаты извращаются. Здесь тоже солдаты извращаются. О, тут они что-то не поделили. Добыча. А, здесь бодяжат. Эти нормально, блин. О, смотри, класс. Бесплатно в магазине какая-то хрень. Ну, давай посмотрим. О, смотри как. Сразу-то все здесь просветлело-то. О. Сопровождение груза. О, надо сопроводить. И потом отправляться уже куда-нибудь. Во свояси. Так, сопровождение где у нас? С какой стороны? Вон она там. Туда. Оба-на!
Так, ну ладно, давай-ка. Не то армия налетит, как мухи на навоз. Не говори, давай-ка. Аджай, слушай, чем помочь? Да. Аджай, мы отправляем товарищам конвой с грузом, чтобы они могли сорвать поставки НУР. Сопроводишь? Конечно. Отлично, отправляю координаты. Знаешь, а я теперь даже скучаю без всей этой пропаганды. Да. Ага, это точно. О, погоди, тут же, блин, где-то этот Нибелунг. Ну, Нибелунг где-нибудь здесь, под землей. Ну, молодец. Полезай наверх и давай вперед. Ожидается сильное сопротивление. Гранатомет будет кстати. Так. Сейчас, погоди, чувак. Вот так вот. Сейчас еще Нибелунг, это, плакат сорву. Так. До ну, прихода Пейгана еды было много. И для себя, и для продажи оставалось. А теперь здесь только маг. Из него делают героин и рассылают по миру. Ну да, поехали. Погнали. Зараза. Ну где там враги? Сука. Ладно. Что тут мучить? Они у нас на хвосте! Тут рядом есть патроны. Если готов. Хочешь, прихвати себе. Я подожду. Впереди вражеский транспорт! Хорошо, жду здесь. Торопись! Надели все-таки, но машина на ходу. Пока. Я тебя убью. Зараза. Машину стреляют. Пока не стреляет, не бзди. Погнали, а то тут, блин, сгорим нахер. Тут опасно. Так, поехали. Готов. Зараза. Не верь тому, что слышишь по радио, друг мой. Вот он, подлинный опиум для народа. Не говори. Как такой прекрасный цветок может приносить столько бед и страданий? А, мы уже приехали. А-а-а. Наверное, приехали. Законы были строгими. Но, впрочем, никто их не выполнял. Да-да-да. Кират — это всегда Кират. О! Точно, точно, смерть, блин, всем, блин, негодяям. Отлично. Пробки застряли.
разгрузиться. Скорее бы все было позади. Салам, бета, Аджай. Ну вот да, салам, Альфа. Ха-ха, салам, бета. Так, что у нас там за навыки есть? 3 навыка есть, но этого нам маловато. А, вот нам вот это. 1 сюда, и здесь нужно будет 4. Этот нам нужен, да. Еще 2 навыка, чтобы быстрее все это перезаряжать. Так, ладно, наверное, уже все, да? О, да. Да, народ, я возвращаюсь куда-нибудь. Куда-нибудь. Куда, где я вообще, блядь? Я ж какую-то вышку... А, я открыл вот эту вышку. Вот эту, что ли, я открыл? Точно, блин. Понятно, понятно. Ладно, ладно. Хорошо, тогда возвращаемся в дом Гейлов. Вот так вот. И там с вами простимся. Да-да. Пойдем закупим патронов сразу. Давай. Наверх. У нас тут магазин свой есть. Личный. О, продадим там. Товаров маловато, но зато все хорошие, свежие. Да, купить, настроить. Уникальная. А, уникальная нам тут ничего такого. Уникалистого не появилось. Да. Так. А, подожди, какое-то оружие там появилось, блин, нам что-то показывали. Но я нихера не понял. Арбалет еще не появился? Нихера. Жаль, жаль, жаль. Предметы. Бронежилетик надо, блин. Ну, нам ничего, ни черта не надо. Что, блин, за жизнь такая? Боезапас эту. Ну, все. Ладно, давайте выйду на улицу. Кто там стреляет все время? О! Ай, блин. Бардак такой, надо в доме прибраться будет как-нибудь. Посмотрим. Так. Ладно, народ. С вами прощаюсь. До следующей серии. Пока-пока, не скучайте.